Погода в выходные так и шептала взять лыжи и навострить их на ямбургскую лыжню. Первичная профсоюзная организация «Газпром Добыча Ямбург» проводит открытое первенство для всех лыжников города в четвертый раз. Ее по праву можно назвать одним из массовых и посещаемых мероприятий. По сути, это встреча старых друзей-соперников. Хороший повод вновь помериться силами. Мы участвуем, поскольку являемся членами нашего клуба, любимого лыжного клуба «Ямбург», поэтому для нас это как дело чести участвовать. Ну и вообще нравится. Своих соперников я всегда знаю в лицо, знаю, кому, за кем бежать и от кого не отставать и кого обгонять. Открыл гонку старт самых маленьких лыжников, детей до 9 лет. Через каждые 10 минут судейский хлопок звучал для детей остальных возрастных категорий, а также для мужчин и женщин от 50 и старше 60 лет. Основной взор болельщиков был направлен на массовый старт лыжников от 18 до 49 лет. Спортсмены «Газпром Добыча Ямбург» оказались на лидирующих позициях в этой гонке и сохранили их до конца. Вот финиширует Ирина Ситникова. Лыжница специально приехала на соревнования из Новозаполярного и, как оказалось, не зря. Она завоевала первое место в своей возрастной категории, и эти 5 километров дались ей непросто. Гонка прошлась очень тяжело. Тяжело бежалась. Но я неделю не каталась, просто не было возможности на Заполярке кататься. Я занимаюсь лет 13-14 уже, бегала профессионально на России. А сейчас как бы уже запас. Мужчинам предстояло пробежать 10 километров. После двух кругов с десятками поворотов на финише показался еще один новичок соревнований – Урал Гумеров. Лыжами он занимается профессионально уже 20 лет. Но в Уренгойскую трассу опробовал впервые и финишировал вторым. Я нахожусь, как бы работаю именно на Харвузе. Условий там как бы нет, просто если есть желание, то можно находить, бегать. После работы выходим и катаемся. Эта зима не сильно радовала лыжников подходящей погодой, зато весной спортсмены наверстывают упущенное. И на ямбургской лыжне им удалось реализовать свой потенциал. С призовыми местами из «Газпром Добыча Ямбург» также оказались Алена Пантюхина, Максим и Юлия Абзаловы, Ильсуяр Аюпова. Юлия Надрага, Дмитрий Шолохов, Новый Уренгой.